Уборка мусора и веток, благоустройство лесных массивов. Неравнодушная молодежь Одинцовского округа приняла участие в экологической акции на территории деревни Глазынина. Содержать место своего жительства, да, в данном случае это вот наш Одинцовский городской округ, в порядке. То есть это касается хоть всей родины, хоть малой родины. Поэтому я думаю, что каждый сознательный гражданин это делает, начиная со своего дома и заканчивая там, ну, своим городом. А ребята наши, которые добровольно сюда пришли, разумеется, относятся к этому числу. Волонтеры разделились на две команды. Вячеслав регулярно участвует в полезных акциях и субботниках. В этот раз он соревнуется в экологических гонках, которые организовал Одинцовский молодежный центр. Я узнал об этой акции из администрации нашего волонтерского центра и захотел принять в ней участие, потому что я, как и многие жители Одинцовского округа, заинтересован в улучшении экологической обстановки. И мне самому нравится участвовать в подобных мероприятиях. Более 25 ребят приводили территорию в порядок. Всего было собрано 56 мешков мусора. А победителем экологической акции стала команда, которая собрала 31 мешок. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».